работать с центром, и в этом нам поможет дощечка. Я покажу вам три определенных практики, благодаря которым мы это можем улучшить. Так, сперва первая практика – проход. Мы становимся на дощечку, уверенно, и мягким шагом, не спеша, проходим по ней. При этом пытаемся избежать каждого колебания и качания. Должно быть чувство, что мы стоим прямо на земле. Таким образом мы пройдем 10 раз подряд. Туда и обратно. При этом самое важное – держать равновесие, успокоиться, устаканиться. Дойти до конца, при этом не уронив дощечку. Так, это была первая практика. Ее мы делаем ровно 10 раз, без падений. Вот когда вы это сможете делать, переходим к следующей практике. Следующая практика – это когда мы переходим на нижний центр, это приседание. Мы также залезаем на дощечку, устаканиваемся и приседаем, расширяясь. Вот. И теперь медленно, мягко мы перетекаем с одной стороны на другую. Вот. В эту сторону и также в обратную сторону. Мы теперь встали, успокоились. Присели на переднюю ногу и расширили колени. Широким шагом проходим по дощечке. Не боимся упасть, ведь это не самое главное, а найти наш центр. Если вы теряете уверенность при проходе, не держитесь крепко за нее. Упадите. Но после этого вы можете спокойно потом встать, не волнуйтесь. Так, и самое главное, теперь мы будем работать с позвоночником. Будем расслабляться и лежать на дощечке. Ложимся позвоночником ровно на дощечку. Таким образом. Широко сперва. Вот. И привыкаем, и выравниваем. Мы расслабились. Так, после этого мы ноги ставим на кончик дощечки. Вот. И руки держим широко. И расслабляемся. Мы должны течь в доску. Можем поерзать. И почувствовать центр. Где наш центр? Как нам нужно лежать. Делаем пару глубоких вдохов. Выдохов, чтобы расслабиться. После этого мы кладем руки на живот, а локти прилипают к земле, чтобы мы не упали. Также втекаем, расслабляемся. Это сама по себе практика очень хорошая, но можем мы еще улучшиться. После этого мы начинаем потихоньку отрываться локоточками, держась в воздухе. Можем также расширить руки и подниматься кончиками пальцев, отрываться от земли. Чувствуя равновесие, что мы именно летаем. Вот. И потом мы поднимаем мягко, без всяких волнений, руки наверх. И расслабляемся. Одними словами, я сейчас лежу на кончике дощечки. Всем своим центром. И мне это не тяжело. Когда вы успокоились до такого состояния,
ищем внутреннее спокойствие. Это не в равновесие. Это все спокойствие ума. Способом подняться наверх, или же те, кто затекла спина, взять и мягким способом перевалиться и подняться. Вот. Таким легким способом вы оттренируете свой центр, свою уверенность. Вот так все просто. Спасибо большое.